Еще свежи в памяти апрельские события на маршруте 131 Пустыш-Бор-Сидеево. Тогда конкурс в комитете по транспорту выиграл безлошадный перевозчик. История повторяется. Последний конкурс выиграл некий предприниматель Звонарев. Его зарявка была действительно безупречна. Стоимость проезда минимальная – 9,60. 15 новеньких автомобилей. А что по факту? Перевозки по данному маршруту сейчас производят машины, которые те же принадлежали тому же Трансавтомеду, который в конкурсе проиграл, но, соответственно, с путевками ИП Забавина. Данные машины по году не проходят. Это машины старые, соответственно, те машины, которыми он обещал выполнять перевозку пассажиров, он не делает. Комитет по транспорту в очередной раз купился на маршрутные мертвые души. На бумаге автомобили навехонькие, а в реальности 2003 года в лучшем случае. Да и те принадлежат другому предпринимателю. Сейчас комитет по транспорту это все зафиксировал. Я думаю, что комитет по транспорту сделает выводы. Здесь явно нарушение и, соответственно, надо сделать выводы о том, что вообще с конкурсной процедурой что-то не то происходит. Почему такое выходит? Ну, это уже дело комитета по транспорту. А тем временем страдают, как водятся, простые люди, жители Сидеева. Транспортные перипетии они терпят уже 3 месяца. Им теперь не важно, кто будет возить их. Главное, чтобы маршрутка существовала не только на бумаге. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.